Здравствуйте, зрители и подписчики моего канала, с вами Галина. У нас сегодня целый день идет дождь, и хорошо, похоже, только гортензия. Не зря же они гидрангии, значит, очень любят водичку. Они прям встрепенулись, радостные, веселые, красивые. Как не снять такую красоту? Это у меня тейбл-тензия, пинг, в 6 литрах растет. Красавица неимоверная такая, вот она. Все грозилось почеренковать, но никак и не дошли руки, и не поднимается рука такую красоту черенковать. Вот специально выведена гортензия низкорослая, крупнолистная, чтобы и на стол поставить можно, и подвесить в плошечке подвесной. Просто чудо. Коллекционная моя тоже расцвела гортензия. Некоторые уже расцвели полностью. Некоторые набирают бутон. Far Wings. Royalty Collection. Вот смотрите, величина какая уже у молоденькой этой гортензии. Какая шапочка. И какая это красота. Какая яркость цвета. Ну, прям, не знаю, какой-то красный-красный. Прям жгучий красный цвет. Это графиня Кусель. Новиночка Пурпул. Ну, не красила, розовая получилась. Так, здесь вот тоже тейбл тензия, только пурпур. Но опять же, без подкраски она розовая у меня. Эту я черенковала, поэтому такой вот кустик. Ну, я считаю, тоже такой кустик неплохой в 10 литрах. Так, это... Так, сейчас покажу соцветие. Тиллер Блу. Ой, тиллер. Не тиллер. Сейчас скажу точно вам. Ой, господи, все, напутала. Допиороза. Это допиороза. Вот такой цветок. Вот такое соцветие. Серединка у нас. Фертильные, по краю стерильные. Ну, серединка расцветает, смотрю. Тоже. Ой. Так. Дальше идем. Коллекционные гортензии пошли мои дальше. Гидрангия Ходбург коллекцион. Новиночка этого года. Ходбург Блу. Очень необычные цветочки. Вот они такие вот, не крупные, но что-то я таких вот не видела даже. Что-то непередаваемое в этом соцветии. Очень красиво. И вот же из этой же серии Ходбург Пинг. Тоже серия Forever and Ever. Ремонтантная серия. Вот такие вот цветы. Ну, еще, конечно, окрасится. Но уже очень интересные, необычные. Так, здесь у нас... Сейчас покажу вам. Bloom Star. Endless Summer Bloom Star. Ну, очень интересно. Тоже очень необычное соцветие. Придумали ж такое. Угу. Начали разваливаться, надо подвязывать. Надеюсь, сделаю это. Так. Original. Endless Summer Original. Но еще только набирает цвет. Так, здесь у нас... Summer Love, Endless Summer, Summer Love. А это Endless Summer The Original Blue. Значит, вот он. Original Blue. Ну, действительно, оригинальный будет какой-то тоже цветочек. Оправдывает название свое. Это из серии Black Diamonds. Будет коричневый такой цветок. Очень интересный, очень жду его. Раскрытие. Так, здесь пинг-панк. Вот он, пинг-панк. Это музыкальная коллекция. Набирает цвет. Blue Ballad. Вот такой цветок. Тоже интересный. Тут еще не распустились из музыкальной коллекции. Очень интересно за ними наблюдать.
Когда не знаешь, какой же будет дальше цветочек, то он очень такой желанный. И очень хочется его увидеть. Так и не поднялась рука почеренковать. И жду все же, когда зацветут цветочки. Вот такая вот полянка. Уже этикеточек совсем не видно. А только видно таких вот красоток на бутонах. Ну, это Table Tensia. Чудо расчудесное. Это бонфайр у меня. Распушился так бонфайр. Так, тут ампельные. Уже черенков много наросло. Почеренкуем. И мои крупнолистные. Моя коллекция тоже ждет черенкования. Нарастает. Я думаю, еще успею. Ну и дождичек идет. Поэтому все петуньи все мокрые стоят. Фисташковый крем один. Бодрый. Бодрый и веселый. Ему тоже нравится. И помеечки мои. Роза тоже вся поникла от капель дождевых. Блашен Брайт. Радисканция. Ну и снова вернемся к гортензиям. Так что кто еще не заболел этими чудо-растениями, уже пора наблюдать за ними. Одно удовольствие любоваться. Такая красота. Ах, и снова красный. Ой, прям не знаю, как и цвет описать. Прям он полыхает, правда, файр. Огонь. Здесь мои череночки стоят, ждут пересадочки. И еще череночки. И снова тут череночки гортензии. Здесь вот лапчатка кустарниковая. Или курильский чай еще называют. 5 рассветочек есть в наличии. Высылаю тоже почтой с деком. И сейчас отправляю. Ну и здесь пошли, рассаживались детворой. Гейхеры вчера-позавчера. Кругом гейхеры. И петунечки мои. Мои петунечки под дождем. Намокли, приуныли. Но ничего, завтра встрепенутся. Солнышко выглянет. И снова все будет прекрасно. Всем спасибо за внимание. Всем всего доброго. И пока-пока.